Почти 100 мероприятий пройдет в Чувашии в рамках Чебоксарского международного кинофестиваля. С 20 по 24 мая на разных площадках республики состоятся кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи с участниками и гостями фестиваля. Планируется, что в Чебоксарах высадится целый звездный десант. Ангелина Вовк, Виктор Сухоруков, Борис Грачевский и многие другие. О встречах со зрителями, конкурсных лентах на пресс-конференции рассказал программный директор и художественный руководитель кинофестиваля Сергей Лаврентьев. В рамках кинофестиваля состоятся два конкурса – игрового кино, а также этнического и регионального. В первом участвуют 10 картин, в другом – 12. Планируется, что к нам приедут более 60 режиссеров, продюсеров, популярных актеров театра и кино, а также критики и киноведы, представители самых разных стран. География расширяется, дальше некуда, собственно говоря. Казалось бы, дальше Южной Америки, Южной Кореи и Северной Америки, куда еще? Осталась там Южная Корея, Южная Америка и Австралия. Вот Австралия как раз и будет. Приедет атташе по культуре австралийского посольства. И, значит, замечательный, страшно австралийский кинокритик Григорий Долгополов. Традиционно зритель увидит те ленты, которые ранее не демонстрировались в Чувашии и которые не выходили еще в широкий прокат. В этом году у нас две больших церемонии пройдут в Театре оперы и балета. Это церемония открытия и закрытия. Плюс в Театре оперы и балета состоится творческая встреча с Виктором Сухоруковым. Вот, достаточно большая программа будет с показом его отрывков из его работ. Вот, в творческих встреч, на самом деле, у него было за всю его историю только одна. В Москве на свой юбилей, 65 лет он делал. Вот вторую творческую встречу он будет делать специально для Чебоксар здесь. Две программы готовит Борис Грачевский. Это новый «Ералаш», естественно, в выпуске его. И плюс ко всему его режиссерская работа. Это вот. Не для детей. Да, фильм, который не для детей. В конкурсе будут участвовать и ленты чувашских режиссеров. Сразу 5 картин будут бороться за приз «Анне». Вне конкурса будут показаны еще 2 фильма наших режиссеров Юрия Сергеева и Юрия Спиридонова. Галина Титарчук, Павел Редков, Республика.